Ритмичный речитатив своих текстов под бит? Этим занимается 24-летний пинчанин Михаил Гулько, более известный как Гуня. Работу повара парень совмещает со своей главной страстью – рэпом. С музыкой свою жизнь он решил связать в 2012 году. Признается, что уже плохо помнит, о чем были его первые треки. Дальше – концерты как в Пинске, так и за его пределами. А сейчас, в 2019 году, рэпер Гуня ставит перед собой новые цели, в числе которых и выпуск альбома. Учительница неправильно назвала мою фамилию, и с того времени я Гуня для всех друзей. У меня получается 2 альбома полноценных, и сейчас вот я пишу новый, называется «Не мой город». И помимо альбома я еще пишу тоже песни, которые я тебе говорю, что с новыми людьми совсем все по-новому. Получается, пишется альбом, и плюс к альбому еще будут новые треки выходить. Примечательно, что новые песни, которые станут дополнением к альбому, будут исполнены с пинскими рок-музыкантами. Например, сейчас Гуня планирует записать трек с группой Истота. Главные судьи творчества Михаила – его друзья. Также рэпер прислушивается к советам критиков, которые следят за его творчеством в интернете. Песни вообще все мои идут только от моей жизни, как я проживаю. О чем я пишу, то я проживаю, грубо говоря. А новый стиль, получается, наверное, скорее всего, будет от того, что именно я хочу в будущем. Там примерно в песнях будет, якобы я уже этого достиг, но оно будет переходить только в то, чего я на самом деле хочу. Покажи мою жизнь на этих листах, покажи меня на забытых холстах. Прости за все и отпусти грехи, но картину до конца ты допиши.